Пане Романе, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, також згадаємо лівий берег. Знову ж таки, вже не перший тиждень, не перший місяць росіяни безуспішно намагаються вибити Збройні сили України з лівого берега. Це при тому, що переважають вони усі номенклатурі озброєння і живі силі. В чому проблема? Тобто це добре, що вони там просто як мухи гинуть, і ситуація складна для наших бійців однозначно, але чому російська армія зазнає таких невдач? Росіян Дніпро був рубежом оборони. От приблизно та ж сама картина, як ми зараз з вами говорили по поводу Крахмального. То есть рубеж обороны, трасса, и если противник переходит за рубеж обороны, основная задача войск – выдавить его обратно, вернуть рубеж обороны, так как его легче оборонять. Вот такая же самая картина и у россиян по левому берегу Днепра. Днепр сам по себе рубеж обороны, и как только мы его пересекаем, основная задача российской армии – это выдавить наше вклинение, можно так сказать, в линию обороны россиян, и они бросают туда максимум усилий, максимальные силы, и попадают, называется это, попасть в капкан. То есть они уйти не могут, у них задача сбросить наши войска в Днепр или выдавить их за Днепр. Но, естественно, если хорошо подготовленная в данном районе, хорошо подготовленная уже наша оборона с дальними средствами поражения, там она выполнена довольно-таки искусно. На правом берегу развернуто несколько батарей, причем и в том числе зенитно-ракетных комплексов, которые прикрывают сами батареи артиллерийские сверху с воздуха, прикрывают наши части на левом берегу, но, естественно, артиллерийские батареи прикрывают зонтиком артиллерийским, прикрывают уже расположение, то есть тактический плацдарм, который мы сейчас удерживаем. А у россиян задача его сбросить. То есть вот такой капкан. И они постоянно будут пытаться это сделать, постоянно попадая под удар наших дальних средств поражения. Плюс к этому там довольно-таки серьезное есть подразделение работы с беспилотниками. То есть там тучи беспилотников наших висят, ждут российские войска, когда они начинают двигаться. Очень много сейчас идет видеоряда в информационном потоке, как раз уничтожение и техники по левому берегу, там чуть ли не единичных россиян, дрон за каждым россиянином гоняется, чтобы его уничтожить. Довольно-таки неплохие дроны туда поставляются, понимая, что этот плацдарм для уничтожения россиян там создан. И деться некуда, они там могут выстроиться в очередь на утилизацию, так оно и происходит. Кто-то это понимает, отказывается, либо уходит, сдаваясь российским определенным там властям, либо кто-то переходит к нам, сдается уже нам, то есть как военнопленные, понимая, что намного проще досидеть окончание войны в плену, чем потом гнить на левом берегу. Ну і, власне, є вже також підтвердження інформації, пане Романе, що на лівому березі ліквідований провідний так званий дроновід, тобто офіцер, який керував цілим відділенням тих, хто керує дронами, і його ліквідували. Тобто продовжується ця ліквідація. Якщо говорити про допомогу з боку наших партнерів, це про F-16. Його речник повітряних сил Юрій Ігнат каже наступне. Чому нам не передають відразу задекларовану кількість F-16, а поступово? Мовляв, що тоді буде більший ризик, що Росія зможе ліквідувати ці повітряні судна, які вони будуть базуватися в Україні. Тобто велику кількість ми не можемо тримати в себе на території. Ну, немножко не так, чуть поправлю. Дело в том, что самолеты, просто их, допустим, перегнать и где-то раскладировать, являются действительно хорошей целью, которые сами себя прикрыть не могут, пока нет достаточного количества летного состава, инженерно-технического состава, который их обеспечивает. То есть в качестве дров поставить самолеты нет никакого смысла. Самолеты сами себя могут охранять и оборонять. То есть если располагается, допустим, располагается бригада на каком-то из аэродромов, то как минимум пара самолетов, сидит на боевом дежурстве. То есть там время на взлет несколько минут,
И как только возникает ракетная угроза, ракеты, которые могут идти, допустим, по этой бригаде, по этому аэродрому, они перехватываются самими же самолетами. Но для этого должна быть полноценная бригада, для того, чтобы летчики 24 часа могли сидеть на боевом дежурстве в этом смысле, то есть на перехват самолетов, сами себя прикрывать. Плюс, естественно, зенитно-ракетные комплексы, которые прикрывают. И вот в паре с ЗРК прикрывается аэродром. Неважно, где бы он находился, он сам себя прикрывает. А просто перебросить самолеты, чтобы они где-то как дрова лежали, ну, есть в этом проблема, нет смысла этого делать, я имею в виду. Потому как только будут готовы достаточное количество самолетов, а это как минимум, ну, хотя бы две эскадрильи, реально три, то есть бригада это 40 самолетов, три эскадрильи по 12 самолетов, звено управления 4 самолета, то есть вот как только будет готова бригада для переброски, я думаю, тут же будет принято решение ее посадить на одном из аэродромов и дальше там создать серьезную систему противовоздушной обороны, которая не даст возможности российским ракетам добраться до самолета.